Акция «Давайте очистимся от мусора» инициирована в рамках проекта «Экодом», стартовавшего в Одинцовском районе в марте 2013 года. Инициатива была активно поддержана управлением образования и членами общественной палаты. К учащимся уже начали присоединяться предприятия ЖКХ и управляющие компании. Шестой лицей принимает участие в сборе макулатуры второй раз. Весной ребята смогли собрать 4 тонны этого ценного вторсырья. Первый раз мы участвовали в акции, когда в ней принимало участие небольшое количество школ. И сейчас нам очень приятно, что к этой инициативе подключился весь Одинцовский район. Ребята участвуют с удовольствием. Они понимают, что они спасают деревья. Маленькие подсчитывают, сколько деревьев было спасено ими. И вот буквально вчера они мне рассказали, что в прошлый раз мы спасли 63 дерева. То есть это как бы небольшая аллея. И подсчет продолжается. Ребятам из школ, которые покажут лучшие результаты, будут предложены интересные экскурсии. Главное в мероприятии – привить молодым людям понимание того, что сбор и утилизация вторсырья сегодня – необходимость, продиктованная временем. Я понимала, что это очень актуально в наши дни. Природных ресурсов становится все меньше и меньше, а наши потребности растут с каждым днем. Как мы все знаем, деревья – это легкие нашей планеты, поэтому надо всеми силами постараться сохранить их. И мы прекрасно знаем, что деревья – это прежде всего красота. И, допустим, сейчас осень, и мы все любуемся на красоту нашего леса, в том числе Одинцовского леса. Присоединиться к сбору макулатуры может любой житель района. 30 сентября и 1 октября автомобили будут в определенное время подъезжать для погрузки к 10 образовательным учреждениям. Одинцовский проект «Экодом» продолжает динамично развиваться и в ближайшее время прирастет новыми интересными и, что самое главное, полезными мероприятиями. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».